Саженцы малины – обыкновенный феномен, ценится за стабильную урожайность, высокую устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания. Летом на кустах созревают крупные, массой до 12 граммов ягоды. Плоды можно употреблять в еду в свежем виде, добавлять в выпечку, напитки и десерты, замораживать, консервировать и подвергать всем видам кулинарной обработки. Саженцы малины – обыкновенный феномен, рекомендуется регулярно обрезать, чтобы формировать аккуратные кусты. Этот сорт отлично переносит кратковременную засуху, не нуждается в зимнем укрытии. Чтобы избежать весеннего скопления воды, перед посадкой следует организовать дренаж. Малина – обыкновенный феномен – это кустарники высотой 150-200 см с типом роста, среднерослый. Весной листва по цвету темно-зеленая. Урожайность малины – обыкновенный феномен составляет 2,5 кг. Плоды имеют массу 5-9 грамм. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что малина – обыкновенный феномен самоопыляемый, обои полый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.